из тех, кто не ходит, ну, точнее, то из тех, кто ходит, может перезайти. А второй, чтобы откатил. Ну, я попробую в этом слово перезайти. Но откатить я точно не смог в любом случае. Только автокрач сначала возьму, а потом сразу пойду выходить. Я обычно быстро перехожу, перезахожу. Даже голосование этим ходом. Так вы там не голосуйте, подождите меня. Давайте все проголосуем. Чё? Да чё там голосуем? Тут все видно и фиопы. Ничего не понял. Блин, я не могу ходить. Ну сейчас он зайдет. Я же очень готов. И зон вылетает. 10 секунд. 100. Нет, не вылетел еще. Ну уже да, уже опять. Пол секунды. Не знаю, я не могу зайти, похоже. Ну, попробуй это сейчас заново отсоединись, мы откатим, еще раз попробуешь. Ну, давай. Я откатил, давай. Действительно странного судьи пинг с Лидекса. О, пошел. Ей. Все, все живы. А как голосуем, ребята? Кто как хочет, так и голосует. Я бы хотел скооперироваться, например, с Ямом, что-то там обговорить, если есть такая возможность. Говори, чего? Ну вот, ты как думаешь, против чего голосовать? У нас с тобой не буддизм, а никто не сидит. Ну, я против буддизма. Против? Да, против. Чем-то буддизм не профессионально. 5 голосов против туризма хватит.
Чему буддизм не нравится, скажите, ребят? Ну, он дает двум игрокам большую эту. Да ладно. С кем-то зачем заголосовал за памятники культуры? Да я просто один отдал. Что прошло? Так, ну что? Там у тебя три чуда всего. Ладно. Чё голосуем за что? А за буддизм? Культура от этих... Ну ты посмотри, сколько чудес у ребят. У Шашона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... О, 9 чудес. У Эфиопа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чудес. У тебя чудо. Мне кажется, тебе надо отменять это. Глупости, это все предвзятые какие-то мысли. Ну, потому что у меня нету чудес, я всю игру профукал, и у Сиама нету чудес. А Рафиев в начале игры лидировал, все чудеса построил, а потом сейчас лидирует Шаша, он все чудеса построил. У меня же 8 чудес, какие все чудеса? У меня 8, ну, у этого 10. А, ну или вот видишь, как? А у меня там вроде как вообще чудес нет, у Сиама 3 чуда. Ну это вам там ну, лучше считать, мне свои чудеса сложно считать. Кто-то в школу уже вышел, ничего себе. Немец, походу. Ну, вы понимаете, кто лидер, да? Ну, понятно всем, что лидер Шашон. Почему здесь Шашон? Да Шашон, Шашон, я тоже так думаю. Ну, все так думают. Немец даже расти не может, у меня счастья нет. Ну, примешь идеологию, и появится у тебя счастье. Да и культурки у меня очень мало, наверное. А не нужна она тебе. И так выберешь. Выбирай. Вы должны благодарить меня, то, что я увел этот чудо у Эфиопа. Опять Эфиоп. Биг Бен. А то автократия с коммерцией. Нормально. Фигня этот Биг Бен, чё ты не думаешь? Мне кажется, мы должны что-то бояться после всего этого. Так, ребят, мы видим, да? Ох, науки получит этот немец с фарфорки. Да-да. Надеюсь, хоть на что-то. Но без промки наука ничем не поможет на самом-то деле. Что-то как-то у меня все не так. Разве тут что-то мне не нравится? Я тоже сижу, смотрю, думаю, что за идиот тут сидел до меня и играл. Да? Кто ж так развивается? Реально, Берлин вообще не там стоит.
В общем, ребят, такая фигня, немец торгует с КГшками. О, да, я, конечно, 10% там получил дополнительно промки. Ну, как видишь, ты позволил тебе на первое место выйти по промке. Ох, это как ауфи, опа, все хорошо. У меня шашлон первый по промке. А, ну сейчас он переключил на Джо. Только что был первый по идее, о, по промке он. Я так понимаю, тут любой может стать как первым, так и четвертым при желании по промке. Не, ну вообще у немца, у единственного игрока из нас около 5 кратов. Ну зато ребята, ты видели место, где знают, какая это плоскодонка и какие города у меня по 5 жителей. И у него, у него еще стольня у горы. У нас шелка, нет. Будем под давки играть, у кого что хуже. Мы же не видим, что Шашон этот лидирует. А причем здесь, где Шашон лидирует, это третий по науке вообще. У меня 44%. Да, давайте пока поиграем, посмотрим, что к чему-то приведет. Просто мы тебя так на всякий случай боимся. Ну вот, и идеологию тоже принял. Ну, у всех уголь вообще-то есть. Ну не у всех есть промпы, чтобы все это сделать так быстро. Ну, я припас художника под золотой век. За очень хорошую дружбу. Ну так. Thank you.
Блин, у меня ГГшка против флотоводца, ребят, что делать? Кстати, Фил, а зачем тебе автократия? Ты же не сможешь построить чудо. Ты за Фил-то не переживай. Ну, я вот переживаю за тебя. То, что немцы останавливать будут. Фил, рыцаря, пожалуйста, убери. Спасибо. Тем временем у нас начал Сиам рвать промку, да? Ну, Сиам сейчас Квебек засоюзил. Это приморская ГГшка, которая ему дает нехило. У него градаты жирненькие все-таки. Я прошлым ходом Золотой Век запустил. Ну, это правда. Немец, а сахар дашь? Что еще раз? Сахар дашь? Сахар. На секунду, уважаемый. Спасибо. Да, именно, спасибо. Блин, игрушка лагает, я нифига не успеваю сделать. Есть такое. Серёж, что ты боишься? Ну, по-моему, для Шишона must have, нет? Все разные диалоги. Сейчас поделились. Но кому-то не хватило. Классно, усидное задание. У меня просто навожу, написано наука. Значок науки, навожу, написано, осталось 10 ходов. Что это? Равенство означает. То, что ты идешь одинаково с кем-то еще. Вот Шашон, кстати, первый стал по науке. Новость. А, было сколько слов. А я тем временем вышел первым по пункту. То есть... Ну, я ученого сжег. Что там? Сейчас договор закончится, все будет нормально, не переживай. Да, немец получит свое двухкратное. Блин, у немцев 23 тысячи штука. Ничего не боится. Да-да, его до арты не взять. Послушался моего совета? Это уже давно плана. Предложение Линдекс.
что оно мне дало? Не знаю, мне счастье. А мне ничего. Пока нет. А чё? Почему нет? Нам же надо догонять как-то по науке. Этого не было. Кого догонять? Ты первый по науке. Ну блин, сейчас договор закончится, ты со всеми заключил, и у тебя сейчас улетишь. С фарфорки-то. Не знаю, в принципе, мы все правильно предрекали. Первый по населению шашон, первый по воронке на шашон, первый по науке шашон, и при этом у него, в отличие от всех, очень много счастья. Ну, я со свободой взял счастье. Сейчас немец тоже возьмет счастье. Будет. Ты тоже примешь сейчас идеологию, у тебя тоже счастье будет. Кстати, что ты будешь брать всем? Да вот сейчас думаю. Сиан, бери порядок и пронесем это на конгрессе. Нет, автократию Сиан бери. Будем брать. Не, Сиаму, не знаю тут. Автократия, автократия. Порядок, но у него есть, конечно, холм. Кстати, мне порядок тоже неплохо бы зашел. Но ему и свобода нормальная. У него города крупные. Ему наверняка нечего уже обрабатывать. Ну, либо автократию, ну, не знаю. По-моему, автократия не так эффективно будет. У него все-таки нету коммерции. Все у него нормально с автократией будет. Я не знаю, конечно, может, ученые сжигают задание от ГГшки на культурку. У кого-то культура в 6 раз больше, чем у меня, представляешь? А сколько у тебя? У меня 200. У кого-то 1254. Ну, 200 это ведь за ходы какие-то определенные. Вот за все это время, ну. Ну, кто у меня тех устырил, а? Ну, зато и кого-то я другого убил. И теперь у меня в столице шпион 3-го уровня. Спасибо этому, кто пожертвовал собой. Автократы. Какой кошмар. За что? Ну не знаю, Сиам, по-моему, тебе свобода также бы зашла нормально. У тебя не ферма, тебе нечего обрабатывать. Промочку получал бы. Да ладно, мы же друзья с тобой, ты что? Ну так друзья, ну зачем это? Дружочки-пирожочки. Не,
Это мне не надо. Я все вас всех убедил, да, что как будто был грузовой гривия. Твои ребята появились на Сириуса. Ну а кто сейчас науки-то получит больше всех? Ты на ней сама немец идешь. Но у тебя стольная у столицы, и к тебе хрен пройдешь, понимаешь? Я вижу, что я только третий по науке. На 2% проигрываю тебе. Сейчас посмотрю. Ну сейчас они у тебя, вот через сколько ходов у нас с тобой там? Ну, через 3 хода, через 4 хода, да, вот. И Фёб тоже со мной наравне идет. Столько же тех открыл. Что, серьезно? У немца на одну теху меньше. Ой, гонят. Нет, по очкам посмотри, наведи на очки вот и посмотри. Я вот вижу то, что у меня за технологии 160 и у Фиопа за технологии 160. Это я вот вижу. А, немецкого шпиона я убил. Еще мы там договаривались... Без атомных бомб и ядерки играем, да? Да, да, вообще без ядерного оружия. И еще с учеными, то что их не сажаем, ой, не держим, либо сжигаем, либо сажаем, да? Ну, то что да, сразу же их. А с Хаблом что? Хаблом строить можно, но ученых не сжигать. Ну вот и все, первый к науке, что я и говорил. Это все ученые, которых пришлось сжигать, чтобы вас догнать. Жизнь, насколько больше промки, чем у остальных у Шашона. Да, промки ужас вообще. У меня золотой век сейчас. При этом у меня 160, у последних тоже, то есть у нас второе, третье, четвертое места у всех по 160 с небольшими, только у Шашона 200 с небольшим. Ой, возьмет немец 5-летний план, у него тоже будет замечательный состав. Уже взял, можешь посмотреть, я с 5-летним планом 160 промки выжимаю. А, ну тогда химию открою сейчас. Тоже открыть. Подожди, если ты взял 5-летний план и этот, то у тебя должно быть 6, 5 молоточков. Все верно, все верно. Ты что ты из этого ты не взял явно? Ну, как видишь, взятие одно из них не дало ничего, то есть вряд ли второе что-то даст. Много. Ну, немец уже, походу, в алюминии. А города все равно не увлеки. А, он уже в современности. Прикольно. Зачем тебе радио? На всякий случай, чтобы... Thank you.
Для ГЭСа просишь? Ну да, я честен. Наверное, нет. Ты и так больше 200 панки имею. Ну, я зато век сейчас. Мне меньше 200. И вот я сейчас выжимаю из своих этих, получаю 169 пронки. То есть на там максимум по 200 будет с удобрением. Мне просто страшно тебе что-то давать. Ты посмотри на мои города, а. Что тут страшно? Из того, что я вижу в Масонкане 28 пронки и там очень много клеток реки. Ну, вот давай. Так. По-моему, это очень выгодно тебе. Так, ребят, нет, вот я согласен. Че, у кого алюминия нету, что ли, все меня просят? Алюминий даю в обмен на этот, на договор. Я сдавай, с тобой заключим еще. Согласен? Нет, с тобой нет. С тобой как бы разу не подавляет. Ну давай, Сефир. Эфиоп, вот если задумается Сиан, то я согласен. Эфиоп, задумался, ладно. Я изменил, только если так. Отлично. Сиан тоже я буду готов дать, если ты мне дашь договор об исследовании. Ну что, немец, не хочешь еще раз подумать над моим предложением? Да, тебя. Я хочу над этим подумать. Ну, естественно, и договор заключаем. Нет, я хочу вот так. Я тебе сейчас изменю кино, окей? Давай. То есть, как бы... Без льгот всем на тех же условиях. С кем на тех же условиях? Ну, потому что вот если ты согласен то, что я предлагаю с этим, то я согласен. По-иному нет. Ну, ты принял, да, я понимаю. Фёб, ты на меня хочешь пойти? Чё, не самоубийца на стену лезет? Чего-чего? Я ж не самоубийца на стену лезет. Ну, не знаю, ты продвинул пушки к Газебару. Вот, к Газебару иду. Ну, я буду против. А мне не интересно. Если мне что-то не нравится, можно нападать.
Мне на дорогие акции, у тебя там получше не сначала, я сам понимаю. Немец, убери, пожалуйста, скаута, что-то мешаться сейчас будет. Кто? Мешаться скаута будет сейчас. А, немец? Я. Ничего. Жесть, у Шашона столицы уже 20 танков хотят. Ну блин, у Берлина на один меньше. Не видишь, там ничего нету. У него есть гора, это главное. Так, сейчас стоит нормально мой скаут, никому не мешает. Вы просто его не убивайте, если что, предупреждайте меня, ладно. Потом мне как-то очень сильно дорого. Ты, Фёб, что тебе на месте вот не сидит? Скажи, пожалуйста. Чем тебе воевать сейчас? Я с тобой воюю. Ты забираешь союзную, мне ДГшку хочешь собрать. Ну, заберу. Мне нету где развиваться. Я воля, ты традиция. Вот и себе щиты на городами, а мне мало. У меня культуры за игру в 2-2,5 раза меньше, чем у Шашун.
Блин, как тормозить все? Сидел, блин, так развивался спокойно. Нет, вот, надо тебя обострять. Ну, сиди, развивайся. Ты так по всему первый. Посмотри на мою... Ты забираешь мою ГГшку, которая дает мне 8 счастья. Очень жаль. А пока нет, я не буду нападать на тебя, зачем тебе оборонка? Не, ну а просто договор, согласен? Писать до них. Договор, давай. Давай. А у тебя есть оборонка с Фёком? Я не помню уже, если честно. По-моему, нет, по-моему, ничего не заключали. Не Фиоп, так шашон предложил мировой религии, религии буддизма. Немец, я... Ну, как нам с тобой проголосовать-то? Да, у нас 9, у них 5, и... Вот, я думаю, тебе надо, знаешь, 6 голосов точно за памятники культуры отдать, чтобы... А на мировую религию уж пускай Фиоп сам думает. Фиоп. Я не против. Нет, ты хочешь за... Ты против мировой религии проголосуешь буддизму? Против, это моя религия. Чё? Ну, просто ты как бы нуждаешься. Нет, Сиам, давай в любом случае отменим памятники культуры, потому что, ну, они вдвоем, мне кажется, ну, просто нереально много получают культуры из-за этого. Не, ну, так смотри, они мировую религию возьмут, у них по 2 голоса будет. Лишних. Они потом все равно забанят нас. Так, что у нас? Ну не имеется Эфиопа, понимаешь? Что тут поделаешь? Ну, что взял, напал на меня. Не сидится человек спокойно, не развивается. Пришел мою ГГшку захватывать. Сям, вот видишь, как ловится? Лидер атакует самого последнего поклонника. Нормально, да? Да, да, да. Пришел тут с артой, понимаете ли. Немец, ничего. Я думаю, ну давай тогда отменим мировую религию. Я свои голоса против мировой религии отдаю 2. А остаток как досчитываю, получается, чтобы мировая религия не прошла, а потом остаток на против этих. Да, давай. Я проголосовал. Бля, я что, не успел нажать? У нас с тобой сделка сорвалась. Это ты напал, что ты хочешь? Да не с тобой я общаюсь там. Нет, ну я уже согласен на всех прежних, то есть все то же самое сделаем. А, ну да, конечно. В ответ укинешь, как это, то есть вы договорились. То есть вы продолжаете помогать, да, этому? Лидеру. Никому не помогаю, я держу нейтралитет, как шведы. То есть я его хоть как-то пытаюсь шводить бешку у него счастливую забрать, а вы тут это самое, да. Ну я ему счастья не даю никакого.
Ну и я вижу твою армию и боюсь, что у тебя тут шансы на успех очень хорошие. И, так скажем, переживаю за то, что... Тут нет шансов, тут солидарность. Я из последних уже выбиваю, а ему-то что, развиваться это не мешает. Ну так ты и мне не даешь развиваться. Так я же ему не помогаю ничего. Я ему армию не даю, деньги не даю, то есть ничем таким не занимаюсь. А лучше давал. Немец, а может ты мне дашь алюминий, а потом договор заключим, потому что у нас договор, по-моему, с тобой еще действует. Да, ну, я согласен. Да, сейчас брошу. О, надо кликать там. Судя по всему, судя по тому, как юниты у Лидекса все поранились. Ну чё, мир? Ну не удержишь на этого гашманика. Ты сам же понимаешь, или нет? Я ж никуда дальше не пойду. Оно мне надо. А так еще вынудишь. Я все правильно кинул всем? Да, все верно, спасибо. Ну вот и зачем тебе надо было это вообще начинать? Что вносим? Что будем вносить? Ну, а что у нас там принято до сих пор? Все убрано? Что-то типа мир во всем мире есть такое? Нету. Ну, время чё? Не знаю, там, ты уже как бы на свой вкус такое делал. Кто-то не автократия, конечно. Не, я кинул свободу уже не поскольку мне это нужно, а чтобы вы свое не предлагали. Спасибо. Тоже знаю, это ж не... Кстати, а вот у меня вопрос такой. Фио, оборонка, она... Что с ней случилось? Она же работает? Да, работает. Я его плохо слышал, что он спросил. Ну, вот смотри, мне у нас перестала действовать оборонка, и как будто бы, что
Мы с тобой ее можем заново заключить, но она же у нас продолжает работать по правилам? Она допуска. Продолжает. У меня написано, что у нас есть с тобой баронка. И договор. То есть, она в завершенную сделку? Да, 20 ходов, в общем, это самое. Просто я вдруг перепугался, везде ночь важно, что у тебя там такая. Да ладно, ты чё так пугаешься-то, а? Да вы в Вармонгеры какие-то сидите, а ты меня тут, мирный чувак. Кому-то морду набить. Псссс, да никто никому морду не успокойся. Серьез, было предложение там тебе. Сейчас я городами занят, микроменеджментом. Сейчас гляну там. Блин, Сям, а что ты не внес запрет на торговлю с ГГшками? Ты понимаешь, только одна ГГшка осталась. Зачем? Да ладно, прям зарашил ты маяк. Зарашил. Вообще, я его строил очень долго. Эфиоп, а ты не хочешь квебек взять? Да легко. Вот, я вот буду очень рад, если ты возьмешь квебек. Но сейчас чтобы... начальство не позволяет это делать. Пожалуйста, буду действительно очень рад, если ты возьмешь. Я вообще не буду против. Я против. Это вместо запрета на ГГшек. Устранить все ГГшки. Мне города 9 и 7, им больше не на чем расти. Эфиоп, ты серьезно что ли про КВД? Да ты чё, шутки, конечно. Пока что намерен таких не идет. Не дает как должен. Хотя чего. Так скажем, чего этого шашлона это совсем не ударило. Я вынул политику на счастье. Тебе ты каждый какой-то политик. Вылетел. Откатите кто-нибудь, он не начал. Да походу все вылетели или что? Нет. Я откатил. Только да, только то. Оказывает, что все. Это ты вылетел. Ты вылетел. Давай тогда я переведу. Перезаходи, перезаходи. Я захожу. Давай.
Че, это не все за победу? Ну, а что тебе? Выясните, кто тут главный. О, Стефа, крутые чуваки в фуражках. Я так понимаю, Квебеку обещание защиты давать бесполезно, да? Ну, еще бы. 106. Да, я так напомню. Ну, я не сильно, конечно, отстаю у меня от него по армии, но... Как бы не... Ну, судя по тому... Это кто еще умудряется в Европу что-то пытаться воровать, когда он последний, в принципе. И за это жестоко были наказаны. Кстати, ребята, забрав Эфиоп союзника у Шишона, мы своими руками сделали монстра. Сиам, который мировой конгресс контролирует полностью. А я не знаю, зачем вы Сиаму что-то там дали. Так ты же с ним договаривался. Интересно, сидел с Сиамом, там молился и, короче, причем того, что ГГшки, две ГГшки пропадут в лице земли, которые два голоса давали. Сейчас Сиам уже больше голосов имеет, чем у всех троих вместе взятых. Ну, это автократия, пускай проталкивает. Тут только если пересоюзить у него Ифи. Это без меня. Да, ну, Ифи и КВБ пересоюзить две ГГшки, тогда можно будет что-то сравнять. Мне проще КВБ сравнять с землей. Кстати, ты тоже верно. Да, этом... да. Завоюй КВБ. Может, не уже. Иди, бери. А мне не нужен пока, мне так счастье дофига. Чего ты мне не давал этот Зензибар брать тогда? Видишь, я, меня взял, на... я взял на политику. Yes. Все равно что-то надо брать там в свободе из первых политик. Взял на счастье, норм теперь.
Слушай, знаешь, зачем мне друг Занзибар еще нужен? Чудо построить морское. Молодец. А ты спрашивай. Ну, кто у нас будет хост? Без вариантов, да? Предлагаю за меня голосовать. По 9 будет, но все равно останется. Я за Эфиопа, давайте за Эфиопа проголосуем. Да, останется все равно Сиам. Будет по 9, значит ничего не поменяется. Голосуйте как-то хочет. Так, давайте, вдруг Сиам за себя 8 голосов только отдаст. Ошибется. Ну, голосуйте за Эфиопа, если вам так нравится. Эх, красивая статуя. Больше всех последнюю позицию у меня. Я отойду.
Изменил. Мне кажется, в этой игре каждого шпиона по одному. У каждого по шпиону успел убить. Почему этот Квебек не дает мне дань? Скажет мне? Потому что ты не первый парень. Да. Ну вот он засранец, а. Вот он такой. Признает только первых, да? А зато мне дает исправно. Блин. Минус 24. Что за фигня? Давайте вы снимете дань с него, что ли. Вы снимете этот, как его, защиту. Это же в наших О, как. С другого пошел дань просить, да? Угу. Наши, походу, этой атаки никогда не выполнится, да? Интересно. Об исследованиях два раза уже проживали. Где в эту промку берется в таких количествах? Достали уже не городов, но уже вроде много. У меня золотой век. Звери. Я так понимаю, чеченица у кого? У Сириуса, да? Правильно понимаешь. И не только чеченица. Нет. Вообще-то чеченица у немцев. Нет, у меня нет таких чудес. А, у немцев у этого.
Я думаю, ты просто взял там течение индию, плюс 50% золотого века в свободе, и сидишь там чуть ли не с вечным золотым веком. То есть, я, как у тебя дела, и что надо сделать, чтобы тебя не вынесли? Ну, вы включайтесь, потому что вы что, хотите, чтобы он меня забрал? Ну, ради бога, тогда все, вы ГГ. Я сейчас буду пытаться отбиваться своими силами. Чем ты мне поможешь? Ты армию долго будешь вести, у тебя тем более. Если только... Эфиоп, если только не впрягется, у вас... У нас пах. А, то есть вы декларацию это... Баронку? А, баронка, что ли, у Эфиопа? Слушай. Да. Ну, ты даешь, конечно. Но мы так помирились. Блин, то есть Сиам помочь сейчас. Ну хоть как. Передарить юнитов это не запрещено? С какого перепуга? Да ладно, не так его там просто пройти, если правильно защищаться. Да, у него у самого есть арта, так что все норм тут. Дайте кто-нибудь денег и счастья немного. Спасибо, Нет. Просто война только началась, а хилка у этого уже снята. Страшно. Ну так, здесь все близко, у нас граница-то. Говори, то есть тут можно не заметить, как заберет там что-нибудь. Надеюсь, и не против тоже, там чем тоже поможешь, да? Конечно. Да, у нас Сириус Вармонгер официально. Прям официально? Он уже два раза воевал, ты серьезно? Кстати, ребят, если кто вообще, как этот вот договор он работает, я даже этого не знаю. Если кому не лень, расскажите. Какой договор? Ну, исследование. Ну, как ученый. Ну, как ученый, кто у вас хуже всех идет с наукой. То есть по минимуму. Вот я получу больше всех, если кого это интересует. Да, то есть это... Выгодно, прежде всего, тому, кто последний по демографии. Нет, я к тому, что, то есть, если у меня заведомо больше науки, чем у оппонента, то есть мне бесполезно париться о том, сколько у меня науки вход, да? В этом же, ну, так и есть же, то есть мне бесполезно там делать. Да, да. 500 бесполезно будет. Мне надо печься, чтобы у моих этих было много науки, да? Ну, я вот у Сукатая уже армии не вижу.
Это жизнь. Ну вот и все. Отбивай тогда все. Я всем, да, давай, ты будешь продолжать пока. Чё пристал к моему команчу, а? Он такой миленький. Бежаешь его. Зря ты, конечно, оборонку заключил, потоще. Надо было тебе со мной заключить, и тогда бы моя оборонка упала бы с ним. А-а-а. Нет, по правилам группы. Да, по правилам группы. Нет, он бы мог воевать со мной, но его оборонка в любом случае не упала, поскольку 10 ходов не прошло. Ну, этого бы не хватило. Я специально Сириусу два раза отказывал, потому что знал, он скоро пойдет на кого-то. Поэтому я отказывал. Ну, уж не на меня. Ну, и так этим кем-то казался ты. Ну, так я говорю, а этот взял, заключил, он тоже так. Ну, ладно, что, играем дальше пока. Кстати, мы сколько играем в Хуану, у меня с тобой пинга, кажется, нету. Ну, ладно, главное, играем же. То есть пинг не главное, да? Ну, главное, идет ведь. Мы на это внимание обращаем, а по сути на это даже не надо смотреть.